Новый пуск баллистической ракеты КНДР отличался от предыдущих. Запусков такой дальности Пхеньян еще не проводил. Пролетев 2700 километров, ракета разделилась на три части и упала в Тихий океан недалеко от острова Хоккайдо. Кроме этого, обычно ракеты запускают так, чтобы они не пролетали в воздушном пространстве соседних Северной Кореи стран. Попыток сбить ракету не предпринимали ни японские военные, ни вооруженные силы Южной Кореи и США. Для КНДР это уже 18-й ракетный запуск с начала 2017 года и 4-й за последнюю неделю. Соответственно, этот режим должен прежде всего сохранить себя, сохранить незыблемую свою систему истеблишмента, свою систему принятия критических решений. Естественно, что в этой ситуации, обладая достаточно приличным технологическим потенциалом, чтобы об этом ни говорилось, имея возможность, да, строить ракеты, имея возможность сделать атомную бомбу, соответственно, было бы, по крайней мере, опрометчиво этими всеми благами в кавычках не воспользоваться. С иными словами, это попытка не силового давления, слишком силы не равны, но, так сказать, заявление о намерениях и о неких своих возможностях. Последние запуски КНДР проводят из-за совместных учений войск США и Южной Кореи. Такие учения проводятся регулярно. Очередные начались 21 августа и закончатся 31. КНДР воспринимает данное учение как провокацию. Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что Америка ответит огнем и яростью, каких мир еще не видывал, если КНДР продолжит агрессивную внешнюю политику. Соединенные Штаты Америки, они поставили перед собой задачу, это было, кстати, совершенно официально включено в их стратегический курс еще при администрации Буша-младшего, они поставили перед собой задачу, да, ликвидации тех режимов, которые в той или иной степени их не устраивают. Запуск ракеты в сторону Японии обострил конфликт на Корейском полуострове. Так, премьер-министр Японии и президент США провели 40-минутный разговор по телефону, по итогам которого объявили, что усилят давление на Пхеньян и обещали созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН, на котором обсудят новые санкции. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз.